На каком языке нужно произнести свидетельство? Свидетельство можно произнести на любом языке, которым вы хорошо владеете, и не обязательно говорить это по-арабски. Произносит ли он это свидетельство, если не понимает смысла? Нет, вначале необходимо понять ее смысл, уверовать в то, что оно содержит, и поступать в соответствии с ним. Что означают слова «я свидетельствую»? Это значит, я признаю и исповедую сердцем, говорю языком и действую в соответствии с этим. Что значит нет истинного божества, кроме Аллаха? Ля иляха илляллах. Это означает нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Что означает фраза «Мухаммад – его раб и посланник»? Это означает, что он раб, которому не поклоняются, и посланник, слова которого не отвергают. Из этого свидетельства следует необходимость уверовать в то, о чем он сообщил, повиноваться ему в том, что он приказал, и воздержаться от того, что он запрещал и от чего предостерегал, и следовать его сунне, взяв его примером для себя.